В межмуниципальном отделе МВД России Кашхабльске состоялось традиционное в начале года совещание, в ходе которого были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 2017 год. В его работе приняли участие заместитель министра МВД по Республике Адыгея Александр Медведев, глава района Заур Хамирзов, первый заместитель главы Шевгеновского района Мурат Непшикуев, прокурор Кашхабльского района Мурат Хакуй, прокурор Шевгеновского района Сергей Гончаров. Открыл совещание заместитель министра МВД по Республике Адыгея Александр Медведев. Сегодня, значит, у нас по плану проведение итогового совещания по итогам деятельности межмуниципального отдела за 2017 год. Рассмотрим итоги, рассмотрим, значит, недостатки. Далее с докладом о проделанной работе в отчетном периоде доложил начальник межмуниципального отдела Кашхабльский Анзаур Гишев. С учетом складывающейся оперативной обстановки, деятельность муниципального отдела МВД России Кашхабльской в 2017 году была направлена на реализацию основных направлений деятельности полиции: предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений, повышение эффективности оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества кадровой работы, морально-психологического обучения и культуры сотрудников, укрепление служебной дисциплины и законности. Указанная деятельность была направлена на достижение главной цели – защиту прав и свобод граждан от преступных посягательств, совершенствование системы реагирования на их обращения. Особой строкой в своем докладе начальник отдела отметил работу по предупреждению терроризма, противодействию ксенофобии, национальному, расовому и религиозному экстремизму. В целях обеспечения надлежащей антитеррористической защищенности объектов особой важности, жизнедеятельности, образования и мест массового пребывания людей – а также собственных объектов полиции, которые могут явиться потенциальными объектами агрессивных устремлений террористов и экстремистов. Сотрудниками отдела проводилась постоянная работа по проверке и совершенствованию антитеррористической укрепленности и противодиверсионной устойчивости данных объектов. На регулярной основе проводились инструктажи сотрудниками служб безопасности и рабочими коллективами по готовности к чрезвычайным ситуациям на охраняемых объектах, ужесточению пропускного режима на объектах образования и дошкольных учреждениях. Профилактические беседы с учащимися, повышенное внимание обращается на недопустимость проникновения в молодежную среду национального, расового и религиозного экстремизма. Принятыми совместными мерами оперативная обстановка в этом плане в Кашхабльском и Шевгеновском районах остается стабильной. Правонарушения и преступления на почве расовой и национальной розни, различия в вероисповеданиях не допущены. Анзаур Гишев также отметил, что прошедший год не был простым. Ряд тяжких преступлений, таких как убийства, грабежи и разбои, совершенные в первом полугодии, значительно осложнили работу отдела. Поэтому на подведение итогов работы за 9 месяцев 2017 года структурами и подразделениями отдела предъявлялись повышенные требования к эффективности работы в четвертом квартале уже прошедшего года. Принимались соответствующие управленческие решения, направленные на формирование позитивной динамики, показателей оперативно-служебной деятельности за год. Правильность принятых управленческих решений подтвердилась, прежде всего тем, что межмуниципальный отдел по итогам работы за 12 месяцев 2017 года получил положительную оценку в соответствии с ведомственной системой оценки и занял третье место среди отделов МВД России по Республике Адыгея. За отчетный период в межмуниципальном отделе МВД России Кашхабльске поступило 2567 сообщений, что почти на 300 ниже аналогичного периода прошлого года. Зарегистрировано 291 преступление, что также ниже уровня преступности в 2016 году, их было 307. Это характеризует криминогенную обстановку на территории обслуживания как стабильную. За отчетный период на территории Кашхабльского и Шевгеновского районов количество преступлений, совершенных в общественных местах, возросло на 153,8%. Совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, на 2,4%, с 85 до 87. Соглашусь, что решительное влияние на данную статистику оказывают преступления, совершенные в сфере нарушений ПДД, а именно статья 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Так, из 33 преступлений, совершенных в общественных местах, 29 именно указанная категория. Однако, из 87 преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, таковых только 37, то есть 42,5%. 2015 года наблюдается неукоснительный рост детской преступности. По итогам 2015 года 8 несовершеннолетними было совершено 12 преступлений. В 2016 году также 8 несовершеннолетними было совершено 17 преступлений. На сегодняшний день
В совершении преступлений изобличены 20 преступлений, изобличены 13 подростков. Считаю, что эффективность профилактических мероприятий напрямую зависит от количества выявленных и раскрытых преступлений сотрудниками участково-полномочных полиции. О недостаточной активности сотрудников участково-полномочных и выявлении раскрытия преступлений указывают результаты их работы в данном направлении. Необходимо продолжить работу и реализовать комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных происшествий и дисциплинарных проступков. И задача это не только кадровые подразделения, но и в первую очередь каждого руководителя и каждого сотрудника. Учитывая это, хотелось бы отметить лучших сотрудников, тех, кто добросовестно исполнял обязанности, свои обязанности. Это оперуполномоченные Афашаков, Белимготов, участково-уполномоченные Этлешев, Вучев, Ворогов, Калюжина, также сотрудники отдела Меритукова, Киржинов и многие другие. Не останавливаясь на других, не менее важных направлениях оперативно-служебной деятельности, результаты которых детально рассматривались в отчетном периоде, хочу акцентировать внимание на присутствующих здесь руководителей на решение первоочередных задач, стоящих перед межмуниципальным отделом Адраси Кашкабльский в текущем году. Прежде всего, это укрепление доверия в общество, совершенствование информационной политики в системе МВД России, повышение открытости деятельности и уровня взаимодействия с обществом, укрепление кадров, поддержание служебной дисциплины и законности, повышение уровня профессиональной и морально-психологической подготовленности личного состава, усиление противодействия преступности, совершенствование форм и методов, улучшение прогнозирования оперативной обстановки, своевременное реагирование на ее изменения. Дальнейшее укрепление законности в сфере расследования преступлений, повышение ответственности за процессуальные решения, снижение уровня криминализации и коррупционной пораженности ключевых отраслей экономики, активизацию борьбы с противоправным переделом собственности, хищениями и нецелевым использованием бюджета и денежных средств, совершенствование организационных основ профилактики преступлений и правонарушений, оздоровление криминогенной обстановки на улицах и в других общественных местах, развитие взаимодействия субъектов, участвующих в обеспечении безопасности дорожного движения, внедрение в деятельность инновационных технологий, реализация целей государственной политики в области стандартов оказания государственных услуг. Перед собравшимся выступил глава района Заур Хамирзов. Я своим выступлением всегда подчеркиваю, что мы с вами и межмуниципальный отдел, и органы исполнительной власти района занимаемся одним делом. В охране общественного порядка. Это я считаю, что это такая социальная, сложная работа, работа именно конкретно с населением. В первую очередь, естественно, мы работаем с участковыми уполномоченными. Я хотел бы поблагодарить и руководство межмуниципального отдела, и сотрудников МВД Кашкабльский за вашу четкую, слаженную работу. Новый год прошел. Я хотел бы всем вам пожелать здоровья, счастья, служебных успехов, поменьше преступлений, а если эти преступления совершаются, побольше раскрытых. Здоровья всем! Спасибо! Добросовестную и слаженную работу коллектива межмуниципального отдела отметил и первый заместитель главы Шевгеновского района Мурат Непшикуев. Итоговое совещание завершилось приятным моментом. Приказ министра внутренних дел Российской Федерации о присвоении первых специальных званий. Присвоено первое специальное звание Кедакову Мурату Альбировичу, оперуполномоченному отдела уголовного розыска. Поздравляю, желаю дальнейших успехов. Приказ министра внутренних дел по Республике Адыгея. Присвоено очередное специальное звание лейтенант полиции, младшему лейтенанту полиции Меритукову Рустаму Муратовичу. Поздравляю вас. Желаю дальнейших успехов.